Всем привет! Буквально через несколько дней наступит Новый год. И в этот раз мы решили поздравить вас весьма необычным способом. Представляем вам наш специальный хай-тек гороскоп. В 2018 году Овны стоят на пороге своего IT-будущего. Этот год очень важен для вашего стартапа. Вы станете настоящей звездой. Стартап-викендов, неформальных тусовок и крутых митапов. Этот год ваш. Тельцам этот год подарит немало шансов воплотить в жизнь идеи прошлых лет. Вы будете бороться за виральность и масштабируемость проекта, но это принесет свои плоды и увеличит монетизацию. Для близнецов год пройдет под звездой геймификации. Все, начиная от учебы, заканчивая романтическими отношениями, вы сможете превратить в игру. А ракам предстоит много трудиться, чтобы все кластеры работали автономно и бесперебойно. Ваш виртуальный хостинг будет находиться в полной гармонии со всеми веб-серверами. Львы будут сверхамбициозны, смогут стать настоящими убийцами Гугла. Гранты потекут рекой в ваши фичастые проекты. Деньги, женщины, машины, признание. Львы в следующем году – это все вам. Звезды предостерегают дев. Если прототип хорошо работает, это значит, что его можно продавать. Пожалуйста, милые девы, не забывайте про тестирование. Весы, будьте внимательны, не пропустите важных фич, а планы постарайтесь строить по схеме «Звезда и снежинка». Если хотите достичь успеха, помните, на уровне программной логики все должно быть прозрачно. У скорпионов в наступающем году будет отменное компьютерное здоровье. Просто не шляйтесь, где попало, и ведите здоровый образ жизни. И никакие вирусы вам будут не страшны. Стрельцам определенные неприятности могут доставить баги в разработке программ. Просто запомните, лучший способ бороться с багами – делать вид, что их нету. В идеале постарайтесь убедить в этом окружающих. Козероги будут расти в своем великолепии стабильно и без особых усилий. Вы просто удивитесь, до чего легко вам будут даваться программы по усовершенствованию и толстенные учебники по Java. Водолеи погрузятся в веселый, манящий мир веб-разработки. Фронтенд и бэкенд станут их верными спутниками. Однако звезды советуют делать упор именно на внутреннюю разработку. Рыбам в наступающем году криптоанализ подарит множество приятных моментов. Асимметричное шифрование, возможно, приведет вас ко второй половинке, а закрытый ключ подскажет, куда двигаться дальше. А еще у нас для вас сюрприз. С 1 января в московском офисе Mail.ru Group наш роллер-дром будет открыт для всех желающих. Приходите, будет весело. И с Новым годом!